В этом году нам были выделены средства местного бюджета, и у нас появилась возможность принять участие в конкурсе на предоставление субсидий на модернизацию молодежного центра. То есть объявлен буквально вчера аукцион, стоимость которой составляет 1 032 000 рублей. В рамках этого аукциона фирма, которая выиграет его, должна будет подготовить пакет документов. Это проектно-сметная документация, дизайн проекта, также провести экспертизу на проверку оценки достоверности стоимости. Далее, в ноябре, когда будет объявлен Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края конкурс, мы подадим все документы и очень надеемся, что мы станем победителями, и городу будет выделено 10 миллионов краевых дополнительных средств для модернизации молодежного центра.